В Москве прошла первая всероссийская конференция «Межоператорское взаимодействие», посвященная проблемам развития рынка межоператорского взаимодействия в России. Конференция собрала представителей крупнейших федеральных и региональных операторов связи. В работе форума приняли участие представители Минкомсвязи Российской Федерации, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и других регулирующих органов. Организатором конференции выступила ЗАО «Экспотелеком». GSN TV являлась информационным партнером мероприятия. На конференции развернулись дискуссии по вопросам развития межоператорского взаимодействия в России. Конкуренция повышается. Это действительно такая ситуация, если говорить про рынок услуг широкополосного доступа для физических лиц. Сегодня не нужно долго ждать, когда подключат интернет. Всегда в доме есть 2-3 провайдера, которые могут предложить свои услуги, если не устраивают услуги текущего провайдера. Было отмечено, что существует немало серьезных проблем, которые предстоит решать в ближайшее время. Наиболее остро стоит вопрос о порядке пропуска голосового трафика и регулировании тарифов. Существующий принцип трехступенчатой иерархии организации фиксированной связи в настоящий момент теряет свою актуальность в связи с развитием прежде всего подвижных услуг связи, передачи данных, а также появлением новых технологий, прежде всего цифровой телефонии и IP-телефонии. На конференции были заслушаны доклады и мнения экспертов на эту тему. Нерешенным остался вопрос недискриминационного доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов. Наиболее остро этот вопрос стоит в столичных и региональных мегаполисах. Также остро стоит вопрос с переносом воздушных линий связи. На конференции были затронуты и другие актуальные темы межоператорского взаимодействия. We'll be right back.